каждом срубе заказчики хотят что-то необычное. Дизайнерское решение должно быть какое-то другое. А у него не совсем идеальная геометрия. Я его калибрую вот здесь вот тут. Он раз более-менее ровно встал. А сверху на него, если пошел, опять играет. Заберем в рамочку. Ну, вот так оно будет смотреться. Сначала пропитали жидким стеклом, нанесли сетку, потом глина с опилками. Здесь еще не доделали противопожарку, ну, успеем сделать. Ну, пятерик сделать можно, если, допустим, подрезать, поставить. Всем доброго дня, с вами компания «Печной мир». Сегодня мы у Алексея Ткаченко на объекте. Это баня. Баня. И банная печь получается. Банный сейчас, комплекс. Сейчас пройдем, приветствуйте. Здравствуй, Максим Николаевич. Сейчас пройдем, посмотрим об особенностях. Тут кирпич ручной формовки. Ну, Алексей, я думаю, что уже в процессе расскажет и покажет процесс. Ну да, проходите. Сруб в таком же стиле, как мы уже у Алексея не на одном объекте были. Это вот такие, да, бревна. Выбрали тему себе такую. Нравится мне работать в таких помещениях. То есть впечатляет. Ну и для фантазии есть. В каждом срубе заказчики хотят что-то необычное. И самое, что интересно, никто не хочет печи, чтобы они были простыми и в круглой форме. Ну, грубо говоря, как у нас называют, кирпич вакатыш там или еще что-то. А вот именно потому, что везде идет кругляк, вот эта форма, да, uh-huh. И хотят сделать что-то, ну, дизайнерское решение должно быть какое-то другое. Ну, и вот просят либо прямо, параллельно, либо эркером каким-то собрать, либо под 45, чтобы печи были. Причем это уже который заказ, и у всех одно и то же. Как бы. Ну, а вообще, какие задачи ставились? То есть здесь, получается, парильное помещение с той стороны, здесь комната отдыха. Ну, наверное, здесь будет комната отдыха. Здесь вот входная группа вот такая, варка, там, наверное, будут столы, там что-то диван стоять. Не знаю, что здесь конкретно будет. Здесь еще будут полы заливаться. Ну, а печь, заказчик захотел вот именно в таком стиле. Не знаю, почему он выбрал именно такой угольного цвета кирпич ручной формовки. Ну, нравится ему. Захотел, увидел вот такие вот он балясины, захотел сделать. Но вообще есть сложности работы с таким кирпичом? Сложность работы с этим кирпичом, у него не совсем идеальная геометрия. Я его калибрую вот здесь вот тут, сверху, только сверху. Здесь смысла нету что-то калибровать, потому что он уже, ну, более-менее ровный, если можно так сказать. Когда его на сухую вот так вот собираешь, то есть он как бы... Ну, вроде как плотно стоит, но в тонкий шов его не загонишь. Так как это банная печь, они собираются не более 3 мм. Ну, я работаю с таким швом. Я калибрую его вот здесь вот тут, сверху. И потом начинаешь его переворачивать по картинке, то есть здесь. Ну, чтобы получалось более-менее такое вот, как сказать, сжатое, что ли. А вообще у него обе стороны рабочие? И это, или они Нет, они не отличаются. Где-то бывает совершенно гладко, если мы посмотрим на структуру кирпича. Вот он гладкий, да, у него как бы нету здесь рисунка. То есть следующий кирпич, который пойдет, надо ставить какой-то с рисунком, ну, чтобы была какая-то цветовая гамма. И заказчик меня об этом тоже просил. Вот если, допустим, вот он ровно идет, да, то сюда я уже добавлял вот такие вот, как бы, пожеванный, да, чтобы оно как-то структура выделялась. Вот такой же, вот он идеально ровный, то есть он не пиленный кирпич, ничего, вот он ровный, вот так. А здесь уже надо ставить, ну, перебирать его, короче, вот такая работа. Минус какой в этом кирпиче? У него плотность 7125 по паспорту, плюс он не влагопоглощающий. Не берет вообще? Не берет, он вообще очень мало. Uh-huh. И то, что когда ты работаешь в вкладке, допустим, он вообще собирается, для него продают специальный клей. У нас его здесь в Иркутске нету. Ну, а ты на чем работаешь? Я работаю обычно, вот делаю раствор, глина, песок. Без цемента? Без цемента, конечно. Без цемента, плюс, что я хочу добавить... То есть сбрызгиваю немного, ну, я его мою, естественно, беспыливаю. Потом, ну, у меня идет везде кладочная сетка. И, ну, добавляю раствор. То есть, если я собрал два ряда, я третий не ставлю. Почему? Он плывет, да. То есть ты выставил по уровню, все, вот буквально сидишь, пошел на перекур, подходишь, начинаешь ложить третий ряд, смотришь, у тебя два уплыли уже куда-то. Хотя лежат на кладочной сетке, они уплывают, да. То есть, если ты за день бы захотел, ну, поставить сетку там из 10-12 рядов, она уплывет. То есть будешь переделывать.
Ну, а раствор, то, что он темного цвета такого, получается, глиный песок же у нас серый. Серый, да, добавляешь. И вот сюда я добавляю, вот у меня вот здесь в мешке находится вот такой вот пигмент черный. Вот он. Но его много тоже нельзя добавлять. Почему? Потому что он... Жирный, да? Он не жирный, он наоборот, он влияет на липкость глины. То есть вот если я обычную глину сделал, да, и знаю, как она... Ну, я ее чувствую по липкости, по жирности глины. Если ее добавляешь, вот этот пигмент туда, то есть липкость сразу пропадает. То есть только главное, чтобы цвет получается. Да, надо, чтобы цвет. И потом добавляешь опять глины, опять потихоньку эту, чтобы попасть в этот цвет. Ну, вот этот пигмент именно действует так на раствор. Я когда собирал весь полностью ящик, грубо говоря, ну, с той стороны мы зайдем, обойдем. Получалось, уже прошло где-то 2 недели, пока я начал все футировать. Кирпич полностью стоял мокрый. Вообще мокрый, он просто не высыхает. Он не высыхает вообще нисколько. То есть ты можешь шевелить его сколько угодно. Опять поправил, там, если где-то уехал, он опять... Даже через две недели он просто не сохнет. Да, и мы вот привозили пушки, чтобы у нас хотя бы первые там 6-7 рядов хотя бы высохли. Когда он высох, да, они все плотно стали стоять. То есть уже схватился раствор. Почему? Потому что, ну вот, допустим, если взять, он идет как румпа, этот кирпич. Вот сюда набивается тоже глина, и она не впитывается из-за этого. То есть у тебя, допустим, шов 3 мм, ну, складочная сетка, я имею в виду. То получается, что он и здесь не высыхает, а сколько раз отрывал даже через несколько дней. Он просто реально мокрый стоит и не сохнет. Ну, а румпой ложишь, и кладка идет вниз. Вниз. Ну, если бывает кирпич неровный, и тебе хочется его все равно положить, то есть вот я сейчас покажу. Бывает, можно им играть спокойно. То есть, если он вот так вот на один край его положил, он у тебя заваливается. Почему? Потому что он не калиброванный снизу. Переворачиваешь его вот так, он раз более-менее ровно встал. А сверху на него, если пошел, опять играет. И потом опять перевернулся, он опять у тебя играет. То есть ты плоскость вот эту выставить не можешь. Можно вот так его перевернуть, поставить, все. Ну и бог с этим швом. То есть он все равно будет у тебя как бы в трешку зайдет. Ну, будет шов вот такой вот, как бы плавающий. Можно перевернуть, но плоскость это выставилась. То есть я его и так ставлю. Понятно. Ну и такой же плюс кирпич есть и полнотелый. Без вот этих, да. То есть в этой же партии есть без румб или... Да, попадается очень много. Угу. Ну, а вот здесь панно, да, будет получается? Да, здесь будет панно. Панно вот оно, я уже заказал. Вот это сейчас ЧПУ? Начал. Это ЧПУ, рамка ручная. Она смотрится вообще зачетно сама по себе. А подсветку будешь к ней делать? Нет, вообще цветки здесь не будет нигде. Ага. Ну, то есть тут за счет таких же, наверное, светильников будет. Да, здесь будет что-то другое такое. На печи решили вообще ничего не делать. Да, при этом свете она хорошо играет. Она хорошо играет. Она вот именно на панно она смотрится зачетно. Ну и плюс, как выглядит весь кирпич, да, такой как со старины, да, и она там, ну, тоже, то есть края вот эти вот все как бы неровные. Ага. Я не пытаюсь сделать все ровно. Почему? Потому что если сделаешь все ровно, оно будет выделяться. То есть как будто тебя, ну, этим лазером резали, оно уже не будет смотреться. Заберем в рамочку. Ну вот, а так оно будет смотреться. Если сделать. На шовчике, на тоненькие разгонится, все затрем кисточкой по это, и будет клево смотреться. Такая девочка получилась. С рогами или что у меня там? Это локоны, их же вообще на самом деле это же как греческая мифология. Ну и плюс, смотри, они же есть разные, если посмотреть, то у кого-то локоны вместе с головами змей там, ну кто хочет, ну захачет, выбрал что. Красиво смотрится. Да, зачетно будет смотреться. Все в рамочку мы ее поставим, разгоним. Щелк-щелк, все. Вот так уже будет выглядеть. Резьба снизу тоже, снизу плинтус, да, получается? Снизу плинтус. Здесь еще я пока не придумал, что я знаю, что здесь будет тоже в 3 ряда плинтус. Ну, возможно, я его буду делать ломаный карниз. Ага. Скорее всего так, ну, чтобы обыграть. Топка по конфигурации, по размеру та же самая с колосниками, которые я люблю использовать, тоже эти катализаторы. Но воздух маленько распределил по-другому.
то есть уже начал модернизировать. Да, воздух я по-другому там заправил, у него вот тоже хочу поэкспериментировать. Здесь защита, да, то есть все дела? Да, это противопожарная разделка, конечно, защита, как сетка, глина, опилки и там еще и известь. А, еще и жидкое стекло. Угу. Сначала пропитали жидким стеклом, нанесли сетку, потом глина с опилками. Здесь еще не доделали противопожарку, ну успеем сделать. Потому что это выпилили вот буквально 3 дня назад, потому что еще не понимали, какая высота до конца будет. Так как я сразу печь не моделирую, не делаю. По месту? А все по месту, да. То есть отошел, посмотрел, чтобы была симметрия, высота не была как бы заужена. Больше всего на это внимание обращаешь. Ну и высота полов, вот она будет. То есть это мы сейчас стоим в нижней точке, если мы поставим вот так. Вот, вот это будет высота полов. То есть вот мы встали, вот печь. Угу. И поэтому ее пришлось немного поднять выше, чтобы как-то она выглядела. Ну и вот эти тоже элементы. То есть сделали, я хотел вот здесь сделать звезду. Но так как у нас кирпич этот 21,5 идет, где 21, где 21,3 размер кирпича. И на 6 ширина у него. 6. Mm-hmm, поменьше. Ну, вот, он идет 21,5, вот этот кирпич, 21,5, 21,3, 21,2, на 6 и на 10. Mm-hmm. Не на 120, как обычно. То есть, ну, с одной стороны плюс, то, что у тебя еще даже может остаться 2, если что-то такое делать, если не двухконтурную печь делать, допустим, то у тебя... Если взять обычный рядовой кирпич, который идет на 120, на 65 и на 250, то у нас еще 2 сантиметра футировки можно добавлять, в принципе. Ну, а вообще в пропорции, это же он как соблюдается, да, как обычный, как так скажем? Нет, не соблюдается. Нет, к тому, что ширина... Нет, не соответствует. Объясню почему, потому что у него ширина 10 и 10. Если вместе взять, то это будет 20-ка. Бывает у него вот эти... Ну, шов как раз сантиметр, нет? Да. Ну, а сам кирпич 21. Это то есть вот здесь мы отбираем кирпич из поддона. Если его сейчас начать вместе складывать, ну, складывать, да, то есть у нас вообще получается, ну, вот даже видно по швам. Вот именно на столбах. То есть он гуляет то больше, то меньше? Конечно, да. Вот то есть целый кирпич лежит, 21, они же по уровню стоят. Ну, и смотри, как швы вот тут, допустим, могут разбегаться, отличаться друг от друга. То есть вот ты поставил. Можно, конечно, делать вот эти где-то, ну, два кирпича ты положил друг к другу, у тебя получилось 20. Uh-huh. А поперек ты его положишь, у тебя получается 21,5. То есть если мы обычно кирпич берем, мы всегда ловим сантиметр, то здесь больше. Uh-huh. И на углах, с той стороны у меня много углов, их можно посчитать, да, каждый угол, который ты поворачиваешь, то есть... Следующим рядом, когда ты идешь, ты попадаешь в трешку. У тебя щель. То есть, если четно, ну, нету тычка, ты получается. Да, да, да. Вот если ты пошел вот так, потом вот так. И когда начинаешь в обратную сторону идти, вот, допустим, раз-раз, у тебя может вот так выйти, а может вот сюда вылезти. Ну, ты приноровился, печка-то уже практически поставлена. Ну, конечно, да, я сколько, знаешь, сколько уже перебрали этого кирпича, чтобы в размеры они попадали. Сколько уже делаете? Ну, вот эту мы, сейчас скажу, мы сюда приехали, пока делали палатку, пока подготовительные работы, пока выложили вон ту подину, мы заехали сюда, ну, вот 1,5 месяца ровно. Сегодня? Да. Да, 1,5 месяца. 22 апреля заехали, пока тут не торопясь, туда-сюда, еще холодно было, сыро здесь. Неохотно. Ну, еще недели две, наверное, да? Труба. Ну, трубу-то быстро выложил, в принципе, что это? Труба в пятерик, вот я раскладывал пятерик на этом кирпиче, можно посмеяться, он с него не выходит. Маленький. Ну, а хватит его? Ну, все равно ты, наверное, будешь ее как-то из обычного кирпича делать? Нет, вот с этого. Из этого пойдет? Да. Ну, а будет, ну, он стоять? Не, он будет стоять, это как бы проблем нету с этим. Почему? Потому что есть всегда любой выход. Ну, вот, допустим, мы положили вот труба в пятерик. Вот у нас сечение трубы наш. Ну, и теперь смотрим, к чему мы идем. Просто я сейчас на полу даже вот так разложу. Видишь? Угу. Вот, сразу угол попадает. То есть, ну, это пускай, если в тонкий шов гнать, да, так это будет толстый шов. Ну и вот у нас пятерик, грубо говоря. Как у нас сечение же оставлять надо, вот пятерик.
Ну, пятерик сделать можно, если, допустим, подрезать, поставить. Ну, на каждом ряду у тебя пойдут бруски. Это раз. Еще есть один выход, это, допустим, если делать с него пятерик, и, ну, и люди, допустим, переживают, а как он будет стоять там, допустим, ну, в помещении, ладно. А на улице как? Ну, загильзовать трубу, да и все. Ну, как вариант, да? Как вариант. Только если сечение, то что может срезать? Ну, нет, и сечение нужно сохранять, а как? Если мы сделаем вот так и вот так, ну, и, допустим, подрезать этот, чтобы сюда вставить трех-четверку. Этот обрезать и поставить не вот эти вот бруски. Ну, а труба-то вообще большая будет, но это с той стороны, да, будет? Видно. Да, ну, да, она не очень большая будет. Просто вариант, может, плитки сделать из красного и окультурить. Но, опять же, размер будет гулять такой. Опять ты не попадешь. Тут, пойдем в парилку. Те же самые бруски будут.